я девчонки пошлю. Вон отец у нас на льдине стоит. Льдины, да. А он и не проедет. У него, наверное, тоже там утонули козы-то. Утонули. Это правда. Это не шутка. А вон, видишь, уже? Свет, ну ты мне видео сделай. Кошмар. А уж ладно, не большой. Это вот утрушенная вода на дворе. Проедешь, тут ездили. Надо подниматься, я тоже минут 10 надо проехать. Что, ездишь туда-сюда, да? А? Ездишь, ты не боишься. Ну все, наверное, отъехал. Блин, сейчас переезжали, езжай пока, хоть там с козла бежишь. Все, и так и выхожу. Ну, я на это нажимаю, да? Вот бабушка с дедушкой. Сейчас я Маше пошлю.